Был сделан первый заброс, рыбка была не поймана, проехали сегодня на новое место попробовать половить щупачка. Пока идет прогрев мотора, я сделал первый заброс и никого пока не поймал. Так что рыбачим, пробуем, ищем. Ребята, долго уже бросаем, наконец-то первая поклевочка, щупачинка, ну как всегда сработал мой любимый воблерочек дедминов 110, ну пускай отдохнет. Так что на вид было такое, что рыбы здесь нет. Ну, оказалось, что есть. Оказалось, что рыбка здесь есть. Закрутила. Сейчас будем выпутывать. Ну, вот, друзья, сработал дедминов. Как всегда, он выручает в таких местах, где мелячок. Много прокидали воблеров разных, пробовали становиться на метровой глубине. Но рыба все равно стоит на мелячке. И вот получается только поверхностные воблера и спасает. Ветер, погода поменялась. Сегодня не брал свой X1, пользуясь универсалом. Вот видите, здесь нарисовано универсал. Воблер, блесна, джиг. Тестирую Левина. Уже можно кое-что по нем сказать. Не знаю, может, сделаю видео. Посмотрим. Даже этот поверхностник траву цепляет. Много травы. Вот щупачок есть тоже, точу нормальный, грамм 900 есть. Вот, товарищ взял тоже щупачка, долго она не хотела клевать, но взяла. Полностью, ты видишь? А, полностью его доглотила и все в порядке.
Опа! Иди сюда! Вот так, ребята. Взял щипачка на скоростной проводочке. На винер, как всегда. Вот такой щипачок. Годится. На скоростной проводке сработала скоростная проводочка. Долго не было поклевок. Ну, наконец-то. Наконец-то клюнуло. Что-то у нее тут такое во рту. Кто-то, видно, ей дырку уже пробивал. А ну дай зёрничек. Сейчас. Хорошо она догнала и глотнула. Да, отлетел хвостик. Ну что, друзья, поймали рыбку, все нормально. Винер сработал. Веблера молчат. Уже битый час. Так какой там час? Часа 4 уже бросаем. После первых щупачков больше ничего. Рыба молчит, игнорирует любые приманки. Вот, поставил блесну 16 грамм и кручу быстренько. И когда быстро крутишь, она догоняет все равно. Видно, оно ее провоцирует, скоростная проводочка. Ну, вот это только одна. Будем пробовать дальше. Такая, конечно, рыбалка не очень интересна. Когда крутишь, вертишь на воблер, интересней. Ну, промолчал. Молчат воблера. Ни в какую не хотят работать. Ну, успела жадно глотнуть. Это просто даже интересно, как она так успевает. Кто-то там есть, да? Ползет. Ползет щупок. Опа. Я открою уже. Вот такая. Еще одна. Ух ты, чуть себе в голову не засадил. Если уже хватает. И клюва вроде нету. Но если хватает, то хватает очень жалко. Погода испортилась конкретно, ураганный ветер. Уже бросаем очень много времени. Щука 12 часов закрыла рот. На этом, я думаю, будем прощаться. Всем ни хвоста, ни чешуи. Подписываемся на канал. И до скорых встреч.